В Чебоксарах реализуется совместный проект правительства России и Международного банка реконструкции и развития реформы ЖКХ в России. Его цель – модернизировать коммунальные объекты. Выделенные средства 885 миллионов рублей пошли на три проекта. Первые два – это реконструкция загородного коллектора и строительство сооружений по обработке осадка на очистной станции «Завражная» уже завершены. А вот системы дистанционной передачи данных с общедомовых приборов учета установлены пока не во всех домах. Некоторые управляющие компании препятствуют этому. Управляющие компании саботируют. Они не хотят показывать фактическое потребление жителям. Если эти управляющие компании не хотят, надо встречаться с председателями ТОС, с депутатами городского собрания, говорить и внедрять эти технологии, доводить до жителей. Руководство столичного управления ЖКХ обещает, до конца года все работы завершат. Проблемы с выполнением и у другой федеральной программы. Закончить формировать комфортную городскую среду должны были до 10 ноября. Но не успели. Работы еще немало. Главы районов, я вам тоже поручал ежедневно ситуацию контролировать. Вы расслабились в последние дни. Расслабились. Если не получается организовать, скажите мне, будем принимать меры. 10 дней у нас на все. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика.